Певица Светлана Лобода, сбежавшая из России после начала СВО, осталась без запланированного концерта в тайском ресторане на Пхукете. Ее выступление, намеченное на 25 января, было отменено официально. Отмена выступления Светланы Лободы стала не первым в Таиланде. Ранее жители острова уже отказались от концертов российских артистов, которые делают громкие русофобские заявления. Так, иноагент Максим Галкин не смог выступить в Таиланде. Опальный юморист должен был выступить в городах Паттайе и на Пхукете 24 и 26 января, но продажу билетов внезапно прекратили. Местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены. Не хотят международных скандалов. Кстати, та же судьба поджидает и Сердючку. Ей вообще запретили въезд в страну. Светлана Лобода после начала СВО России в Украине активно высказывалась в поддержку украинского народа, выкладывая эмоциональные посты и отправляя гуманитарную помощь. Однако, украинцы оказались недоверчивыми и обвинили Лободу в неискренности и поддержке России. Певице пришлось сделать вид, что она в хороших отношениях с украинскими жителями, пытаясь изобразить взаимную любовь на социальных сетях. Однако, весной концерт Светланы Лободы в Киеве был отменен после давления общественности. Так что в незалежной блондинку не особо жалуют. Ранее сообщалось, что желто-синий костюм не спас, и украинцы недовольны выступлением Светланы Лободы на русском языке.